Это термин моего сына. Мы вначале думали, психологическое карате, ну, не совсем подходит. Там, удары. Дзюдо, психологическое дзюдо, но там вроде как получше. На меня наезжают, я падаю, а потом на нем оказываюсь. А айкидо, это японский вид борьбы, причем аристократов, они не имеют права дотрагиваться до чего? До простолюдина. И когда простолюдин на него наезжает, он ему не может в ответ ударить, он должен уступить. Ну, представьте себе, стоит аристократ японский над пропастью. Вот я сейчас стою, а сзади там что? Пропасть. На меня простолюдин наезжает. Я уступаю дорогу, он туда летит. Ну, мне этот термин понравился, я его и ввел. Ну, вы знаете, сама концепция, ну, из тягот жизни моей, потом подсказали учителя немножечко. Потом мне самое главное термин придумать надо, необычный. Вот. Бог ты мой, это все люди, которые что-то достигают, они достигают за счет психологического айкидо, сами того не осознавая. Они для того, чтобы что-то добиться, сделали действия А, Б, С и Д. Ну, когда мы пробуем модель, анализ, тогда мы выясняем, что надо было что? К успеху привело действие С. Ну вот, ну, так, чтение литературы, ну, короче говоря, хорошие кинофильмы. Там, ну, классики. Шекспир, конечно, Данте, Гюго, ну и так далее. У них все это написано. И у вас успехи у вас есть в жизни только благодаря психологическому айкидо, которое вы использовали. То есть, когда не репенились, уступили.